Приезжаем через мост. Он построен заново после наводнения. Вот такие маленькие городочки, типично немецкие. С нами на канале Kunstlight про свободный мир. Как изменилась Европа за последние десятилетия. Как изменилась типичный маленький вокзальчик. Как много таких в Германии. Они все на одно лицо. Вот такое здание, такого цвета, из индустриального времени. Вас приветствует Kunstlight. Про свободный человек с окном из свободного мира. Почти что в курортном месте. Вас приветствует мой канал. И попрошайка Левить, который хочет покушать. Но у нас, к сожалению, ничего нет. Место курортное. Ну, можно прийти. Это же ходил. Ну да. Там уточки, мы хлеба брали специально, покормили, мне жалко как. У меня даже ничего нет. Какая-то это, движняк такой, да? Ну, я не знаю насчет лебедей. Как же они зимуют на холодном льду? Нет, дох, они улетают. На мае не видел же, помнишь? А, ну да, вообще-то. Может быть, они там зимуют. Здесь клуб каноэ. Птички поют. Приват Грунштюк, Бетретен, Ферботен. Приватная земля. Наступать запрещено. Ну там клуб каноэ. Здесь бот Анлегештеле дер ТГВХ кану абталюнг цутрит фюр берехтикте. Ну, берехтикте — это те, которые имеют право. Берехтигунг. Это право. То есть рехт — это право, а берехтигунг — это как разрешение, да, получается? Ну да. Разрешение по праву. Кроты, что ли, как? Поели кроты? Не поели, а они же как копают, норки вылазят. Там есть. Мы когда по 19 едем, у нас этот мост. Вот поезд, потом там поезд.
которая раньше Сант-Оливер арена была. Ну а сейчас. Взял с речки ракушку. Видите, как велосипедные дорожки развиты. Тут люди на пробежку бегают и на велосипедах катаются. Это сюда. Видишь, никого ж там больше нет? Может, они не поедут? Как мы проезжали, вижу, доктор по-русски раз. Жизнь. Ну вот что, кроме детей. Вот этот мост. И туннель, по которому мы ехали. Приветствуем вас, дорогие зрители канала Констлайт. Наконец-то захватив микрофон с красивым. И видом почти что на весь город. На бывшие военнослужащие. Вот этот кемпинг мой с левой стороны. Да, но не очень какой-то, я как-то. Да нормально. Отлично. Нормально, курортные места. Есть лучше просто ехать на полет. Они запало. Минитов там. Как раз здесь он вылетает и стекло нам сбивает. Ну потому что вот этого нашего водителя, блин, как он там, сирийский крестьянин, блин, заносило все время влево. Ну и ему сшибли это самое, и дальше поехали. Тут была гораздо уже дороже дорога в то время. И потом снег и Хохвассер, наводнение. То бишь вода стояла вот так вот по эту дорогу. Она едва ли выходила из воды, то есть вот так вот, все вот там вот была вода, где я снимаю. Офигеть, посмотрите, как он узко, он прямо цепляет эту самую, короче, левую сторону. И немножко расширили потом, тогда, когда была вот эта Хохвассер лет 10 назад. Да и вон, смотри, сейчас довольно-таки высоко она стоит. И они расширили, подняли, и пару мостов там же упало. Пару мостов же упало, и они построили заново. Блин, сейчас так опасно этот маневр делать. Ну смотри. У него еще эти штуки торчат, да, видишь, вот эти огоньки. Сначала нужно. Да, вот так вот все, вот тут вот стояла вода. Вот такой жёлто-блокитный фон. Пролежала еще. Да, посмотрю, по кругу. В таких деревнях живут обычно уважающие себя немцы. Но только что был Black Man, чтобы выразиться политкорректно. Обычно такие, ну, маленькие места. Тут живет коренное население. Вот и закончилась деревня. Места курортные. Специально для всех
новоподписавшихся зрителей канала Констлайт. Лайв для вас. Настоящий момент. Вот так вот вода стояла достаточно глубоко. И вот здесь вот был разрушен мост. А вот этот вот устоял. Мне приходилось через ту сторону сюда доезжать, потому что тут стояла вода. Потом по этому мосту переезжать на эту сторону. И потом дальше. Раньше этого круга не было. Да, короче, непонятки какие-то. Вот это мы поставим.